что антишантеров не знает, зебра ли жизнь, или жизнь ли зебра, и тельняшка сплав двойной вязки. Да, 48 размера, и тельняшка 48 размера, я 48 размера. Как мы видим, тельняшка чуть-чуть великовата, это хорошо, потому что иногда при стирке они садятся. Есть такие сведения из форума, свободный, широкий, легкий воротник. Довольно как бы удобная, приятная ткань. В рукавах руки помещаются целиком. Покажи двойную вязку, где мы двойная вязка, ну как-то вот... Ну, то есть она более плотная, наверное, да, чем... Да, двойная. Когда-то матросы сами вязали крючками, и тельняшки были хорошо заметны на фоне белых парусов. Вот, кручусь. Ну, в принципе, длина оптимальная. Ничего ни сверхдлинного, ни сверхкороткого. В общем, рекомендую.